Главная изюминка этого эко-пикника – зарыбление Нижнего Назарьевского пруда. Место – одно из любимых у местных жителей деревни Елена. В прошлом году водные объекты очистили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Из водоема при помощи специальной техники вытащили мусор и несколько тонн излишней растительности. Преобразилась и прибрежная зона. Это место будто получило новый глоток жизни. Всего же здесь очистили почти 2,5 гектара водной глади. Жители очень вдохновились этой идеей и решили, что нужно продолжать экологические акции. И в этом году решили выпустить сюда рыбу. Чтобы жители могли и дальше продолжать отдыхать. Здесь выросло немало поколений, которые здесь жили, купались, загорали, отдыхали. Запускаем туда толстолобика и белого амура для того, чтобы они очищали пруд. Запустить в пруд рыбу предложила местная активистка. Идею подхватили жители. С вопросом зарыбления этого водного объекта химчане обратились на выездную администрацию. Такая инициатива поступила от жителей, которую мы совместно с коллегами администрации, совместно с депутатским корпусом поддержали. На свежем воздухе организовали мероприятия для детей. Это и дарств, и перетягивание канатов, и другие детские развлечения. На экологический пикник пришли целыми семьями. Для них организовали развлекательную программу. Со своими номерами выступили творческие коллективы ДК «Лунёва». А еще жители пожарили шашлыки и устроили чаепитие. Это праздник, в котором удалось совместить приятное с полезным. И, конечно, такой эко-пикник оставил массу положительных впечатлений как у детей, так и взрослых. Анастасия Кравцовская, Софья Ткаченко, новости Химки ТВ.